Добро пожаловать на канал «Планета для животных». Это история о детеныше зебры, попавшего в беду. В Южной Африке очевидцы сняли на камеру трогательную историю спасения детеныша зебры, попавшего в топь. Очевидец заметил, что жеребенок застрял по шею в грязи, во время экскурсии с посетителями по одному из национальных охотничьих заказников. Жеребенок барахтался в грязи, и был обречен умереть там. Но вдруг появился совершенно неожиданный спаситель, огромный носорог. По всей видимости, он случайно оказался рядом, и его привлек крик малыша, отчаянно пытавшегося выбраться из западни. Всего за пару минут он сумел вытащить жеребенка из грязи, подцепив своим мощным рогом и отнеся в безопасное место. Скорее всего, вместе со стадом зебр малыш пришел на водопой, оказался в стороне и совершенно неожиданно для себя оказался в грязевой ловушке. Когда носорог заметил его, мамы малыша рядом не было. Свидетели предполагают, что она решила, что спастись малышу уже не удастся и ушла с остальным стадом. Очень переживали, что носорог может нанести травмы малышу, но к большому удивлению, все закончилось благополучно. Совершив спасательную операцию, носорог медленно побрел по своим делам. А вытащенный из грязи жеребенок остался лежать на земле, недоумевая от произошедшего. О дальнейшей истории малыша ничего не известно, надеемся, что он нашел путь к своему стаду. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие рассказы о животных.